Всем привет, друзья! С вами Гив. Это обзор бета 1.3. Я его делаю в форме летсплея, поэтому, кроме того, что я общаюсь с вами из горящего корабля, заранее извиняюсь за оговорки, дефекты речи и какие-то казусы, которые здесь будут. Слепок вселенной был сделан несколько дней назад, поэтому я оказался у черта на куличках и лечу сейчас в родную империю. Политические силы. Итак, вот у нас получается все виды политических сил. Их у нас сейчас 10. А давайте я сначала покажу вот так вот. Галактические силы, отдельная вкладка. Здесь будут новости, как я понимаю. Здесь будут описаны силы. Две силы Федерации, две имперские, одна Альянса, еще две имперские. Ранжированы они по силе. И три ничейные. Ну вот давайте, допустим, берем силу, смотрим на нее, можем посмотреть, что получается у нас за таранг, я так понимаю, в этой силе, да, которые можно. Вкладка появится, если мы сюда вступим. Это куда она проводит экспансию. Это система под ее управлением. Можем посмотреть на карте. На карте что еще можно посмотреть? Вот здесь есть общий вид силы. Вот фиолетовая. Можно посмотреть экспансию. Экспансия, она, соответственно, получается... Зеленая – это система с высоким профитом, желтый с низким и красный, которые желтый со средним и красный с низким профитом, то есть куда можно было расширяться. Белые – это те, в которых мы теряем средства. И контроль, опять же, систем, да, какая из систем нам приносит профит или не приносит. Эти системы мы должны защищать. Если я правильно понимаю, значок щита. Ага. Ну что ж. Вот еще одна имперская. Алисин Гриваль. Принцесса, седьмое место. Давайте сюда вступим. И туда вступить. Мой рейтинг в этой силе. Время, проведенное в ней. Так, экспансия. Ну и ладно, вступили. По крайней мере, это сейчас не очень далеко от меня. Что мне интересно. Так. Значит, по силам надо будет делать отдельное видео, как разберусь. Потому что сейчас все меньше и меньше понятного. Давайте-ка вернемся на станцию. Денег дать. Отлично. Берите. Все ваучеры заберите, все заберите. Так, контакт силы. Так, культурный шок. Ага, вот здесь меня просит, значит, привозить сюда медиаматериалы в эту систему, чтобы расширить влияние. Понятно. Это интересно. Ну, зайдем на доску объявлений. Уничтожить какого-то гада. Да, ладно, это мне интересно. Довести груз. 4 коробки. Требуется ранг исследовательский получше. Рейнджер. А, я его не могу. Эту миссию взять по этой причине. Так.
Хотят, чтобы я привез Рудына, требует торгового ранга элиты. Ребята, вы... Как бы... Чё? Так, что еще есть? Отношения френдли должно быть с фракцией. Ей нужны две Ancient артефакта. Хотят Пейнита. Вот смотрите, куча миссий, достаточно дорогих, но я не могу их взять, потому что у меня отношения то, что надо. Хотя странно, у меня с империей это был элит. Союзники, вот сейчас оно пропало. Будем надеяться, что это в бете. Палладиум одного привести, добыть. Какие-то боевые миссии. Ладно, в целом это все. По крайней мере, миссий стало побольше. И это хорошо. Так, ну давайте попробуем разобраться с модулями. Значит, смотрите, есть тот, который модуль, который смотрит, из чего состоят астероиды. Давайте возьмем, например, А5. Может быть, 4 активных дрона, работает на 9 километров. Давайте возьмем одну штуку такого. Теперь берем следующий дрон, который может нам помочь. Это дрон, который собирает... Ага, вот смотрите, вот здесь есть время жизни дрона 420 секунд, 510 секунд, 600 секунд. Итак, вот у дрона-сборщика, да, есть разница. Либо он собирает ближе, либо он живет дольше. Ну, давайте возьмем C5, весит 20 тонн, живет 510 секунд. Отлично. Что мы еще можем поставить? Можем поставить из дронов... Повторим сейчас другим дроном, повторим. Вот этого отпустим. Так, а куда он летит? Куда хочет, туда летит? А если сюда? Как это выяснить? Куда ты присосался? Здесь один галит, а здесь, ну да ладно, давай сейчас все это сберем. Ой, не тем стреляем, постреляем вот этим. Видно, я слишком далеко. Давай поближе. Нет, не выжигает. Еще ближе. Угу. И вот таким нехитрым образом мы вышли все минералы. И выпускаем дрон их собрать. Так, этот товарищ говорит, что астероид мы весь истощили. Но дрон каким-то образом летает и собирает, да? Так, ресурс у нас распределили. Ну, отлично. Вот эта звездочка летает, можно еще раз посмотреть. Люк опять будет казаться закрытым, но... Не суть важно. Важно, что он собирает и подбирает все эти камни. Занес, унес. Это все делает один и тот же дрон, не... Несколько. Ладно, берем тогда пока следующий. Спектр и запускаем его.
Он полетел туда, куда я смотрю, надеюсь, да. Ну вот этот астероид. И выяснил, из чего он состоит, да? И теперь снова можно. Так, почему ресурс не распределен? А, потому что мне уже набралось на один галит. Не густо, конечно, но. Можем выпустить еще парочку коллекторов, чтобы они быстрее собирали. Я так понимаю, очень далеко улетать от них нельзя, пока они все не рассобирают. Потому что потом не найдут, куда возвращаться. Ну, давайте подождем. Сейчас я нахожусь на имперском курьере. Корабль получился, честно говоря, какая-то смесь имперских кораблей Кобры и Вайпера, что меня огорчило. Я надеялся, что он будет немножко помощнее. Вот, кстати, мы можем схватиться сейчас с таким же курьером, если хотя бы он в розыске. Ну, потому что Вонтед вешать я на себя сейчас не хочу на 7 дней. Кто-то же должен у нас быть в розыске. Угу. Ну вот, наверное, этот товарищ в розыске. Нет, и ты не в розыске. Тогда определитесь. Или вы что здесь, анархия? System map. System map. Нет, патронаж. Ага, ну вот, отлично. Этот товарищ стал wanted. Хотя бы повеселее. Курьер хорош по звуку. Обзор в кабине великолепный. Ну, вот он выглядит неплохо, но он маленький. Он очень маленький. У него маленький трюм. У него все... Как бы такое не для того, чтобы на нем постоянно играть. Конечно, попробую, но... Ну, его совсем как-то сделали очень таким. У меня сейчас турелька на вооружении и два лазера. И вот сегодня все вот так вот, поэтому, наверное, на этом я и закончу это видео. Увидимся завтра, послезавтра или в какие-то дни в других видео, которые уже будут конкретно, наверное, посвящены либо силам, либо дронам, либо астероидам, либо кораблям. Ну а совсем с этим надо разобраться. С вами был Гив, и удачных вам полетов.